Всем привет! На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме сегодня, 26 марта, состоится произвольная программа у женщин. По регламенту участницы выйдут на лед в порядке, обратным занятым местам в коротких прокатах. Таким образом, Трусова выступит 13-й, Туктамышева 22-й, Щербакова последний 24-й. Отметим, что тренировки женской сборной России на чемпионате мира откровенно удивили. Восстановившаяся после травмы Александра Трусова выдала лучший прокат произвольной программы с 5 четверными прыжками. А вот Анна Щербакова никак не могла порадовать болельщиков чистым исполнением элементов. Евгений Плющенко, вероятно, уже предвкушал громкий триумф своей ученицы. Однако именно его тактика помешала Трусовой выиграть чемпионат мира. Давление на соперниц не сделает Трусову чемпионкой мира. Совершенно другая ситуация у Анны Щербаковой, на тренировках у нее практически ничего не получалось. Особенность Щербаковой как раз в том, что она внезапно может выдать ярчайший перформанс в истории фигурного катания. Ее не раз называли фигуристкой плюс старт как раз из-за ее способности срывать все прыжки на тренировке, а затем блистательно исполнять их в соревновательном формате. Так было и на памятном чемпионате России, где Аня не только доказала, что умеет собираться после откровенно провального тренировочного проката, но и поразила всю страну, катаясь на грани возможностей. Сегодня главный день на чемпионате мира. Щербакова, Туктамышева и Трусова бьются за медали. Общий призовой фонд чемпионата мира по фигурному катанию составит $868 000. Информация об этом опубликована на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Суммарный призовой фонд в одиночном катании составляет $182 000 по 64 тысячам на мужчин и женщин. На парное катание и танцы на льду выделено 252 тысячи. Отметим, что за первое место участники получат $64 000, второе место – $47 000, третье место – $33 000. Напомним, что после короткой программы соревнований женщин лидирует россиянка Анна Щербакова. На второй позиции – японка Рика Кихира, на третьей – россиянка Елизавета Туктамышева. Третья представительница России Александра Трусова будет атаковать с 12-й позиции. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!